вот все-таки удается комбинация из трех мощных ударов справа по диагонали Марии Шараповой. Она вынуждает ошибиться Хантухову. И счет 6-5 Шараповой впереди. Итак, Шарапова впереди 6-5 во второй партии. Напоминаю, что Маша уступала 2-5. И вот теперь 4 гейма подряд, выигранные ею, позволяют рассчитывать на завершение встречи в двух сетах. Потому что в следующем гейме будет подавать Шарапова. Ну и, наверное, пребывающая не в самом лучшем психологическом состоянии сейчас Даниэла Хантухова, хоть и будет пытаться, можно не сомневаться в том, что добраться до тайбрейка, но шансов завершить следующий гейм в свою пользу, естественно, шансов больше у Маши. Ибо подает она очень и очень прилично, что, собственно говоря, и ожидали мы с вами посмотреть, как вот с этим техническим приемом поработала после последнего турнира серии «Большого шлема» Мария Шарапова. И вот решительно направляется для того, чтобы выполнять подачу Шарапова на свою половину площадки. 6-5. Как минимум тайбрейк Шарапова уже заработала. 15-0. Не попала. Не попала Хантухова. Угадала, разгадала замысел Шараповой. Правильно закрыла правый угол. И отменно выполнила обводящий удар. И буквально какие-то сантиметры не позволили ей выиграть очко. 30-0, 40-0. Тройной матчбол у Шараповой. Итак, в шаге от победы Марии Шарапова. Итак, со счетом 6-4, 7-5, завершив эту встречу, этот последний гейм подачи на вылет, Шарапова выиграла у Даниэлы Хантуховой. Очень непростой матч, показав отменный теннис, что самое главное, выполнив 10 подач на вылет и всего лишь 3 двойные ошибки. Благодарит публику Маша, ну а Даниэла расстроенная покидает корт. Итак, напоминаем 4 результата сыгранных встреч сегодня в Цюрихе. Алисия Молик победила Звонареву 6-3, 5-7, 6-2. Иванович оставила за чертой соискателей высшей награды Татьяну Головин. Шарапова выиграла у Хантуховой. И Бовина победила Скьявони. Ну и на этом мы завершаем сегодняшний теннисный программ.